Что вы сказали? Не, спасибо. Я здесь постою и уйду.
Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, вы не подскажете, вот такая тематика, просто такого рода ножи не продается отдельно? Отдельно нет. Каждый раз захожу к вам, появилась масленка, не видел. Ну хорошо, спасибо. Спасибо. Алло? Камennoostrovsky недалеко от этого, как его. Ну, ты что? Так. Ну, давай, я зайду, прогуляемся. Да не надо, какого Льва Толстого? Улица Рентгена. Улица. Зайди, там идти недалеко. Сейчас я по-быстрому. Я ушел за Австрийскую площадь. Сейчас я быстренько вернусь. Мне минут 10 идти. 7. Так это другое здание. Это другое здание получается. А, хорошо. А, вот так даже. Да.
Блин, спортсменка рекорд поставила. Ну хорошо. Ну, молодец, что ты хоть взялась за ум. Тяжело. А соображать надо. Это дело хорошее. Это не воскрещается. Как у некоторых надо добавлять всегда к этой фразе. Обязательно. Иначе фраза недостаточно выразительна будет. Да. Ну, а да, да, не было дождя. Я гулял, не было дождя. О. Австрийская площадь, я сейчас иду. Ее русские построили, но действительно она напоминает Австрию. И такая патинированная вся. Ой, красота какая великолепная. И название неплохое, между нами говоря. Но этим Бармалеем, да, и они бы переименовали в какое-нибудь дебильное название. Чтобы по-русски лишь бы все было. А так австрийское. Прекрасное слово, выражение. Ага. Ну ладно, все, давай. Смотри под ноги. Да, все, давай, да. Ага, все.